Улытау стартовали строительные проекты, которые вошли в комплексный план развития региона. 792 новые квартиры появятся в областном центре. Средства на строительство выделят из республиканской казны. В целом, в рамках программы в ближайшие два года запланировано строительство 28 многоэтажных жилых домов. К возведению 11 из них привлекли уже двух подрядчиков для ускорения процесса. Для ускорения работы эти подрядчики сами провели экспертизу и создали проект. Строить будут все лето и осень. В планах сдать эти 11 домов в первом полугодии 2024 года.